подписчики! Ребят, мы находимся в Формуле X. Знаете почему? А потому что здесь будет представлена новая модель от компании Polaris. Семен, что же это будет? Модель новая RZR RS1. Ну что, встречайте. Давайте знакомиться, встречайте. Вот она. И посмотрите, сколько народу здесь присутствует. Очень жалко, что вас здесь нет. Она раньше называлась Ace. Мы уже его тестировали. Это 330, 570 и был 900. Помню. Да. Но теперь это полностью новая модель. Называется RZR RS1. Что это такое? Это для тех, кому не нужно балластное на второе место. То есть такая машинка для эгоиста. Да. Та же трансмиссия, но кокпит переработан для одного человека. Тормоза те же, трансмиссия примерно все то же самое. А единственный минус, который был к модели Ace, которую кто-то, наверное, катал, либо видел, то, что там не хватало места для более рослых людей. Здесь это все люди, инженеры уже учли и сделали кокпит гораздо больше, то есть теперь люди абсолютно разных комплекций, высокие, и могут сесть без проблем. Андрюх, иди. Андрюха. Это же твой транспорт. Твой. Да. Транспорт на что меня гарит? Пенсионный. Я еще порву. Ну, ты знаешь, наверняка хочу задать тебе один вопрос. Ты участвуешь во многих соревнованиях. Ты просто молодец в своем возрасте, ты за 80. Вот хочу понять, к чему он будет приравниваться? К квадроциклу или к машинке? Нет, скорее всего, к RZR. Заинтересовало? Да, очень. Вообще, я еще на RZR Camper посмотрел на эту машинку, загляделся на нее. И, в общем-то, как раз ты правильно сказал, для тот, кто любит один кататься, а я таковым являюсь, из-за этого квадрика не ухожу никуда, потому что люблю кататься один и чувствовать себя, как говорится, в своей тарелке. Ну, на самом деле, чешские проходимцы очень хотят ее попробовать. Я надеюсь, конечно же, в грязь, наверное, вряд ли на ней пока можно заехать, но мы попытаемся. В целом, конечно, интересно. Две педали. Вот, видите, уже наработчики пошли. Уже есть доработки на самом деле, то есть две педали, левая ногой можно и правая ногой можно тормозить, работать тормозом. То есть некая такая раллийная схема при минимуме в этой машине. Значит, уже производитель подумал о том, что эта машина может ездить и беречь иметь вариатор. Обычно на коробке только можно двумя ногами тормозить. Первый вообще в мире квадроцикл мотовездеход, у которого штатно радиатор установлен сзади. Двигатель всем уже хорошо известный, это литровый атмосферный мотор 110 лошадиных сил. Он уже обкатан годами, доведен до идеала. Ну, конечно, спортсменов наших всегда мало, нужно больше. Я думаю,
после первого уже покатушек и первого года все будут хотеть какую версию уже турбированную, хотя вот ребята спрашивали, и уже на подвеске Тайдемикс. Я думаю, это все впереди. А будет ли версия Хайлифтер? Мы все на это надеемся. Сам по собой. Только что увидели все самое необычное от компании Polaris. А мы с вами прощаемся, и поэтому, как обычно, всем пока!